Администрация промышленного района Самары рассказывает, как ведется борьба с гололедом. Коммунальные службы района в полном составе вышли во дворы. Сотрудники управляющей компании, МБУ промышленной подрядной организации очищают придомовые территории, проезды, пешеходные зоны и лестничные спуски от наледи. Во дворах работает техника и дворники. Администрация Советского района Самары напоминает, что ранней весной по-прежнему темнеет достаточно быстро, а значит, снижается видимость на дорогах. Водителям сложнее заметить пешеходов, особенно ночью. Поэтому рекомендуется носить с собой световозвращатели. Это могут быть наклейки на верхней одежде, шнурки, специальные брелоки и другие аксессуары. Так, если у машины включен ближний свет фар, то благодаря световозвращающим предметам водитель увидит пешехода за 200 метров, а при дальнем – за 350. Такой аксессуар должен быть виден со всех сторон. Лучше использовать сразу несколько. Крепить их следует повыше – на куртку, рюкзак или сумку. Но нужно помнить, что световозвращатели эффективны только при условии соблюдения правил дорожного движения. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что в областной столице для отдельных категорий граждан действует услуга «социальное такси». Маломобильных горожан перевозят к социально значимым объектам общественного значения на специализированных легковых автомобилях. Оформить заявку можно по телефону 250-03-50. Какие категории граждан могут воспользоваться услугой «социальное такси» и перечень объектов социальной инфраструктуры, которым осуществляется доставка социальным такси, можно уточнить в телеграм-канале департамента.